Ловчинников стихотворение не мне называется. Это еще не оно. Мой дом на стол пришельцы извне. Пришли цветы, которые не мне. И впитывая солнце на коне, стоит вино, которое не мне. И девочка, которая не мне, за те цветы дарила поцелуи, вдыхает эхо нервически во сне. И мне в ладонь постанывая лует, но светлым будет наше пробуждение. В глазах восток и нервные движения ко мне и прочь. В привычной стороне, где лучше для нее судить не мне. В мой дом на стол пришельцами извне. Пришли цветы, которые не мне. И впитывая солнце на коне, стоит вино, которое не мне. Геннадий Григорьев, как бы я с этой женщиной жил? Как бы я с этой женщиной жил? За нее безо всякой бравады я бы голову даже сложил, что сложнее сложения баллады, дав отставку вчерашним богам. Я бы не слушал сомнительных сплетен и отдал бы ей все, чем богат, и добыл бы ей все, чем я беден. Я бы ей верой и правдой служил, начиная одними губами. Я бы так с этой женщиной жил, что в морях возникали цунами, и за нею не зная вины. Что поделаешь, годы такие, наблюдал я лишь со стороны, как бездарно с ней жили другие. Но однажды я все же везуч, помогает нечистая сила, протянула мне женщина ключ, поняла, позвала, поманила. И теперь не в мечтах наяву, не в видениях ночных, а на деле, как я с женщиной этой живу, а как сволочь в глаза мне глядеть, а как сволочь в глаза мне глядеть.